мы будем проверять, насколько это влияет на игровые свойства. Причем брал я именно в пере, потому что труба, понятное дело. Я про восстановленные клюшки вообще ничего говорить не хочу и не буду. Пускай вот говорит. Я сняла! Друзья, ну что, всем привет! Сегодня мы тестируем клюшку. Вы ее все прекрасно знаете, видели, по-моему, даже ее обозревали, но она не совсем простая. Клюшечка, восстановленная в пере. Решил я попробовать для себя, что это такое. Топовую клюшку, но отремонтированную. Ценник ее, соответственно, значительно ниже. Мы будем проверять, насколько это влияет на игровые свойства. Причем брал я именно в пере, потому что труба, понятное дело. Если была поломка в трубе, это сразу минус ее натуральная жесткость, минус точка прогиба, минус баланс и минус начальный вес. Соответственно, я считаю, что ремонт крюка не так принципиален для топовой клюшки, для ее характеристик, поэтому сейчас мы это будем проверять на деле. Одно дело теория, другое дело практика, поэтому мотаем ее, мотаем мы сегодня тоже фирменной лентой CCM. Вот, и на лед пробовать клюшечку. Дальше уже остальное на льду. Был бы такой гель. Намазал и забил. Гели Тафгай сделаны своими для своих. В общем, клюшка мне очень нравится, она, как я и предполагал, по трубе ничем не отличается от целой, не ремонтированной. Она очень удобная, очень легкая, очень эластичная. 85 флекс, я бы даже взял бы 95, если была возможность обменять. Очень нравится, мне кажется, это намного-намного лучше во всех отношениях взять вот такую клюшку, чем взять непрофессиональную или не топовую. Это раза в три будет дешевле, а удовольствие вы получите. Но если, конечно, руки способны вам это дать. Это не обязательно. Ну вот. Что, давай профессионально. Давай. Что, вообще все? А что, ты еще будешь это говорить? Не знаю. Thank you.
Это ты что про Жекину клюшку думаешь? Я про восстановленные клюшки вообще ничего говорить не хочу и не буду. Пускай вот говорит. Ну ему понравилось все. Ну я рад за него. То есть тренер не рекомендует? Я промолчу. Вчера. Что это за у нас пилюли такие? В общем, клюшка отличная, отличная. Не стесняйтесь, не брезгуйте брать восстановленные клюшки. Как я уже говорил, что ремонт пера не влияет никак на трубу. Она сохраняет всю свою же эластичность, все свои точки прогиба, жесткость и так далее, и так далее. Поэтому годится, годится, рекомендую. Играй в хоккей, да? Играй в хоккей, хоккей для всех, с триггером 4. Большой выбор новой ИБУ хоккейной формы в магазине «Хоккейка».